Ребят, хочу показать Chevrolet Rezo после проделанного ремонта. Покрашен перед весь. С бампером, капотом, крыльями. На крыльях была коррозия сквозная. Капот тоже был весь выбит камнями. Покрасили, все сделали. Оба крыла сделали обработку подкрылками. Под подкрылками. Отполировали фары. Фары еще на изнутри. Что-то матовые какие-то. Видно даже. Видите? Либо менять стекла. И вот эти противотуманки тоже. Состояние отвратительное. Тоже надо либо менять, либо попробовать их реанимировать. Просто прозрачности нету никакой. Самое, что интересно, сделали пороги, переварили, покрыли их антигравием. Пороги были сквозные, сгнили снизу полностью. Видите, все сделано. Еще попробовать вот тут отполировать. Тоже выбито все песком. Видите? Попробовать отполировать. Также аналогично антигравием покрыто. Ну, надо получше делать. Обработаем еще пушсалом знаменитым. Пороги также. С этой стороны тоже сделано. Здесь антигравием тоже обработка проведена. Но лучше всего, конечно, пушсал. Поэтому будем еще делать пушсал. Не доверяю антигравию. Поэтому, ребят, будем пушсалом еще
какими-нибудь народными средствами, типа пуш-сала, перемешку с мавилем. Ну, плюс добавочно будем коврики подымать в салоне и там тоже пушсалом полы обрабатывать. Так, машинка еще поездит. Поэтому, если интересно, пишите комменты, ставьте лайки. В следующем видео расскажу, что с этой машинкой. Она проблемная. Я думаю, вам будет интересно. Удачи! Подписывайтесь на канал. Смотрите видео. Счастливо!